начинаю новый сезон, значит, охоты за лосем. Бумажки получены, пригласил меня товарищ. Вот план действий какой. Значит, они будут охотиться загонами, то есть коллективная охота. Вот. Ну, у них там получается другая территория, другое общество охотников. У них там тоже все хорошо в этом году, лицензии взяты, то есть территория у них там определена, где можно, где нельзя охотиться. Вот. И то есть я выдвигаюсь туда. Они будут заезжать на каракатах, там на какой-то технике еще, ну, как бы, особо не знаю на чем, вот. А в этот момент я буду высаживать, меня они будут, то есть, примерно там покажут какой-то там угол мне, где можно охотиться, то есть, ходить, ну, примерно какая территория, и буду там, попытаюсь счастья, что-нибудь добыть. Вот, этот сезон начинаю, в этом году у меня, как бы, две таких новости. Приобрел я себе карабин, вот, карабин Вепрь, потому что как бы тут из-за некоторых неполадок, так скажем, со здоровьем, тяжело мне было с таким карабином ходить, сразу скажу, даже тяжело было с ружьем ходить, по 15-20 километров в день находить, это тяжело, то есть, ну, мне просто было физически не потаскать. Сейчас что? Как бы вроде поокреп, поаклимался, вот, то есть тут потренькался зиму, весну, лето потренькался хорошо, то есть кроссики побегал, все тут чик-чик, все нормально. Ну и вторая новость, это минус 20 килограмма собственного веса, то есть начиная с 1 мая, грубо говоря, вот я 20-ку скинул, как бы, ну, нормально, чувствую себя как 20 лет назад. То есть стало намного легче, все эти прооперированные колени, помененные суставы, то есть стали они лучше себя чувствовать, ну, получше стало, то есть тут с собакой уже ползал и ходил по лесу, вот, как бы так, нормально ходить, то есть уже где-то и ступаешь, и чуточку нога уходит в сторону, ничего страшного, до этого, конечно, это все ощущалось, плюс еще, конечно, враг номер один, это собственный вес, это таскать там на себе, блин, 130 килограмм, это вообще было, то есть, ну, блин, очень тяжело, вот, поэтому, как бы, что, желаю всем удачи, берегите друг друга, самое главное, здоровье берегите, помогайте друг другу в трудную минуту. Вот, и как бы все будет хорошо. Вот у нас Альдуша готова, да? Альдуша, ты готова у нас? Ну и все, ты готова, Батя готов, все в порядке. Ах, красава, 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 молодец. Молодец, все, задавила, задавила. Анально притворился, епта. Так вот, ребята, выглядит. Какой мед лосиный. Многие путают его с медвежьим. И начинают бояться. Но это лосиный помет. Еще на траве, значит, он... Малина уже отошла на траве, тут на рябинниках. Вот. Потом, когда перейдет на... осинку, на ивняк, вот там уже будет все. Здесь вон сейчас такая, видите, вон какая кучка. Ну что, Альдуша, не удалось, а да? Какой день уже маслаем? Смотри, как уходят, а? Просто сразу 2,5 километра чухнули без остановки. Я даже не знаю, что тут у пацанов за дорога. Но нам туда не надо. Ты меня туда ведешь, да? Ну все, сейчас пойдем. Тут они перескочили, да, где-то. О, что-то Альдуша уже ноги отсыхает. Ладно, походим еще маленько. Ну что, ребята, охочусь помаленьку. Хожу, восьмерочку кружок замкнул. Вот, пока ничего, было 2 подъема. Бычара ушел сразу. 10 секунд лайнуло. И просто, короче, на 1,5 километра сразу он втетерил. Пошел я, обрезал его. Нашел след, короче, поэтому по треку, по навигатору, где проскочил он, короче, обрезал, нифига, больше не мог я его зацепить, вот. И потом еще полайка была, короче, вообще не стоят лоси, просто сразу на 2,5 чукнули,
Вот, ну на 2,5 это потом уже, я когда обрезал, посмотрел, а так где-то она у меня 200 км, 600 км, ну до 2 ни разу не догоняла, и возвращаться обратно. То есть кому это хорошо, кому это плохо, не знаю, кому как. То есть мне нормально, я собаку дождался. Вот она у меня пришла. Ну что, пёса моя? Альдуш, что, бегут быстро, да, гады? Не останавливаются? Ну ничего, у нас с тобой сезон начинается. Что, ну не начинается, уже месяц мы с тобой бродим, ходим. Ничего, тут сейчас буду ориентироваться, что до ребят, сколько выходить, хожу там. Хочу там еще, короче, одну лединку такую проверить вокруг. Типа рыга там такая хорошая, ивнички, старый лес вывален, там осинки навалены. Вот. Ну, заходил, нагрызов нету на осинах, на ивниках нету, вообще не могу понять где. Ну, места незнакомые, то есть хожу как бы, фиг знает, тяжело, конечно, но надо, что надо. Вот. Ох, ворон летает. Ворон, ты бы мне сверху-то показал бы, где лосики стоят. Я бы тебе, смотришь бы, и мяска бы оставил бы, и вы бы поели бы. Вот, так что, ребята, ну что хочу сказать. Минус 20 килограмм, это, конечно, капец. Это просто вот, блин, это песня. Это я иду, я, короче, иду я и все время ходил, всегда нараспашку, со всего течет. Тут просто застегнут, идешь спокойненько. Ну, сегодня и прохладненько, конечно, минус с утра был. Вон. Так что, что, продолжаем? Ну чего, Альдушенька, вернулась ни с чем, да? Скажи, папа, что ты не догнал-то их? Я так, скажи, старалась, гнала, гнала. Аж даже полукруг завернул он. Я думал, Альдуша тоже в мою сторону будет двигаться. Нифига. Но видишь, тут я не знаю. Да, тут я не знаю, что к чему, куда они уходят. Что ты уходишь-то от батьки? Обиделась, что ли? Обиделась, что ли, на папку? Да ничего, стрельнем еще. Нормально, не переживай. Не переживай, иди сюда. Не переживай, хорошая собака. Стрельнем еще, не переживай. Ну что, она с тобой лединку. Сейчас еще проверим там. И мы с тобой, да, сейчас еще проверим и пойдем. Что, все, выдвигаемся.
Да, попал. Попал. Ну тут что, 50 метров. Не видно нифига. Вроде того. Ой, Альдуша, молодец. Вроде того. Все. Добре, нахуй. Короче, пацаны, что, тема такая. Седьмой день сегодня. Лоси не стоят вообще. Просто не стоят. Короче, сегодня я отмастал. Ну, блин, пятнашку точно отмастал. Сейчас даже посмотрю трек. Ну, немножко ошибся, 13-200. Вот, так что чё. Сейчас разделываю, мясо оставляю и завтра ворачиваюсь. Вот такие дела. Так что чё, всем удачи. Сезон начался полным ходом. Всё в порядке. Всё, болячка, кашель. Карабинчик обновил. И всё. Первым попал под позвоночник, стрелял под горб. Ну тут недалеко было, полтак. Не видно было, подходил долго, не видно. Вылез, короче, на эту, на пенёк. Вот, только начал увидеть. Видел только позвоночник, короче, так под горб стрельнул. Сразу свалилось. Ну и подошёл, тут вторым добил, видели, всё. Так что чё, всем удачи, всем до новых встреч, всего хорошего.